Хоть и организаторы, ни хрена не видели. Сказали нотариал, да, значит нотариал. Ух ты, что тут у тебя у вас какой заряженный? Да, який, бабушка за заряженный. Так, триал остался в программе. Штурман серьезный вышел. Штурман, а костюмы интересны. Оригинально, да. Давай, стой! Гоню обратно! И главное, плавки со шлемом в цвет, видите? И рисунок даже похож. Стой! Назад! Ух, блин, Бугай здоровый, сам вытолкнул, видел? Что значит легкие костюмы и быстро идут? Так, тут тормоза у него слабые, наверное, лучше тут не стоять, да? Да, чуть-чуть в сторону. Чуть-чуть, да. Зашибет. Кто-то утром говорил, там мотор какой-то серьезный, 421 там. Не-не, в этом кто-то тоже говорил, что что-то, как он звучит, послушай. И прямоток звучит. Траектория. Бревно сломал. Идет уверенно. Серьезная машина. И команда жесткая. Ух ты, елки. Красиво. Красиво зашел. Тут вправо надо. Да, вправо надо, да? Выкрути руль сначала. Где в ту сторону? Да, сюда. Так, пошел. Ну куда он поехал там? Дальше поворот, да? А, там далекий от трасса такая. Так, штурман сел на финиш. Ух, и жесткий. Квадрик. Следующий раз нормальный экшен. Забыл.
Сандалия. Сандалия порвали. Чуть-чуть. Все тут уже. Все просто. Жесткий. Так, стартанули. Хорош, стой. Чуть-чуть назад, давай. На газик покороче. Выворот лучше. Машина длиннее. Чуть-чуть. Давай еще. Пошел. Все, колеса вывертай, стреляй. Вот все колыша. Что, это карантин, ты набрал массу просто, тебе сложней. Отлично, отлично, отлично. До мене. Хороший выворот. Хорош! Блокировки нету задней. Колеса полностью выверни влево. О! Задний колышок свій дивись, по своїй стороні. Красавчик. Все. Хорош! Викручуй повністю. Хороший ход подвес. Боксы работают. Ого, как ты бежишь, ничего себе. Штурмана надо снимать. Вроде охотится на него, да? Тихо вышел на охоту. Да. Начало жесткое. Что это? Колеса спущены, понял, он не тянет. Да, сложновато тут.
Так, тут долго все. Колеса надо было накачать передние, он бы нормально ехал. Да, и всегда впущенная резина работает. Ну нет, ну не крутится же руль вообще. Ну так 2 недели будет ехать, если на каждом повороте. Вова, это ты такое наставил? Мы в Киев попадем когда-то? Во вторник? Не проблема. Ну, Вов, что сломаю? Где пазику свою маленькую? Ух, ёханы бабань. Дай назад. Оп! Назад. Руля. Руля, дай назад. Мы ломаем машину с той стороны, что с этой. Там силовые бампера, говорит. Там все силовое. За 100 миллионов же есть, да. За 200. Что-то запахи пошли какие-то. Сцепление на механике, сцепление запах. Да, зашел. Не очень правильно. А ты будешь ехать? Андрюха, ты будешь ехать, Андрюха? Когда? Сегодня? Сейчас подровняют чутка и поедем. Выжидал, выжидал. Я вот вас, вы краешь дров. Так. Сцепление. Да, руль. Да нет, сцепление дымит уже. Потом. Пошел и руль. А, руль вправо. Да пролезет. Сцепление воняет. Сцепление дымит, да. Резко. Она не едет. Она не едет. Не стой так близко. Все, не едет. Он не едет. Отходи, отходи, отходи сзади. Сучка, он не едет. Да, дымит сцепление. Куда? Ну назад давай. Что делать? Цепи попали! Цепи под колесо! Цепи под колесо! Дай, цепи под колесо! Цепи! Кто? Цепи с брызговиков попали. Брызговики, видишь? Утяжеляют машину, плюс мешают. Да цепи замешаем! У тебя есть брызговики, Валер? Да. Тоже утяжелил машину. Одні брызговики мені стали. Снять, да? Да. Ты видишь, что делается?
Ну куда ты руки туда тихо едешь? Это делает проблему, правильно? Ну конечно. В квадрике нет такого и нормально едет. Да. Только за руль главное держаться, да? Он на нее наезжает. О, облегчил. А где резко? Резко! Лишнее снял, то, что там не должно быть. Резко! Жесткие. Боже, как красиво. Что, может загореться, Андрюха? Конечно, отцепление сразу. Дима, прекращай. Дима, отдохни минут пять хотя бы. Рус уже нас снимал. Все, да. Все, конец фильма. Фух, блин, жесткий. Комаров не будет сегодня вечером. Поборолся. Колеса бы накачали передние? Не, ну он боролся. Да. Можно было проехать. Лебедка задняя. В общем, вот такой заезд. Сход. Так, это колесо вправо до конца. А это колесо прямо. Что-то с тягами. Колесо то вправо до конца, а это прямо стоит. Или наконечник вырвали. Вырвал наконечник, наверное, да? Да, вон тягу оторвал. Вот, смотри, вот. Видишь? Вон оторвал. Блин, грязный такой. Все, тут хорошее место починиться как раз. Глуши. Оторвал наконечник. Чуть-чуть еще назад есть куда еще чуть-чуть? Наконечник оторвал справа. Тут чиниться удобно как раз. Еще б назад чуть-чуть. Да, такой заезд. Так, трассу делал Вова. Ну, нормально сделал, хорошее место. Аккуратненько. Вова восстанавливает трассу. Тут еще. Сузуки Самурай. Готовы? Вова, готова, да? Готовы. Давай. Лента. Красавчик! На коксе. Лето, Гошель, за лентой следи, за лентой! Так, ну тут все просто. Просто съехать. Место основное. Ну, ему несложно тут будет. С размерами самурая. Штурман. Вообще очень быстрый просто. Порвал. А можно было давай. Гоша, поставь колышек. Или... Не, колышек мы поставим, там секунды идут. Там цей, минус 6 там секунды. Они сами завязывали. Поехали. Иди на финиш, без тебя отправим. Смотри. На финише сядь. Босиком. Что квадрокоптер еле догнал спортивный.
Быстро, да. Сколько? Так, друзья, ну на сегодня с обязательной программой завершили. Едем в лагерь. Немножко сумбурно, ну погода подвела, конечно, неделю 30 с гаком градусной жары. Естественно, ребята говорят, там где было воды по пояс, стало вообще нет, точнее вообще ее не стало, грубо говоря. То есть приехали вчера или позавчера ставить трассу и были в шоке просто. Вон какая красота полетела. В общем, вот такой оффроуд. Всем спасибо. Мы на дефазике верхом. Подписывайтесь, делитесь. Комментарий напишите. Лайк поставьте. Всем пока. Но соревнования — это все равно другой формат. Другие эмоции. Покатуха — это тоже другое. Везде по-своему хорошо. Какая штука, диви, яка. Вот это сейчас будет. Так, Валера, извиняюсь, добывает что-то. Я не пойму, что оно за грязь. Ты понял, почему тебе тяжело ехать? Я понял. На поворотах заносит. К дну тянет. К дну тянет, да. Бедлоки хорошо, видишь, есть недостатки. Да надо обрезать, наверное. А, вот эту красивую часть, да? Да. Ну да, как вариант, кстати. Хайджек. А, то под хайджек, да? Ну, типа, да, набралась там, мама, не горюй.